Моя маленькая, умненькая девочка. Даша. Маша. Моя ты маленькая. Все она понимает уже. Ну, вот это не надо было делать. Когда Маша уже наелась, она не просто улетает, а берет с собой кусок мяса и несет его. Несет его, чтобы спрятать. Обычно его прячет она за диваном. Мы это заметили случайно, когда увидели, что она прилетела на диван, вытащила что-то и начинает грызть. Когда я подошел, увидел, там был кусок сухого мяса. Давай сама уже, сама. Давай, учись уже отрывать сама куски.